Это был, наверное, год 2000-й. Я корреспондент, аккредитованный в Давосе, я иду и вдруг слышу: «Алексей!» Гляжу, Гейдар Алиевич сидит за столиком, пьет кофе. Говорит: «Садись!» Мне охранник вбивает под попу стул, я сажусь и оказываюсь между Гейдар Алиевичем и Робертом Кочеряном. Я так: «Поворачивай направо!» «Ой!» И Гейдар Алиевич мне говорит: «Запомни!» А мы знакомы были еще, когда он в Москве был пенсионером, что называется. Я имею в виду Гейдара. Запомни, Робик, я ему давал рекомендацию в партию. Ты все понял? А теперь иди». Понимаете, да? И я совершенно ошалевший, да? Вот это мир наш таков, понимаете, да? Я совершенно ошалевший, допил свой кофе и, значит, пошел ветром гоним. И вот это... А вот пришло другое поколение, да? Пришло другое поколение политиков. Да, у которых таких связей нет.